раз, мне кажется, есть вот это ощущение путешествия, то есть дороги, которые, в принципе, похожи, куда-то ведут, да, но это еще связано как бы с происходящим, когда там друзья стали уезжать, там много что стало меняться, и вот образ такого чего-то знакомого, но незнакомого, вот мне хотелось передать в этих холстах, то есть вот здесь вот там это высотка, такая размытая высотка московская, но в то же время она может напоминать что-то разное. Вот три дороги, которые, ну, тоже довольно абстрактные, ведут как бы неизвестно куда, и фигуры, вот мужская и женская, в данном случае я имела в виду именно конкретную женскую и мужскую, тоже вот, в преддверии чего-то непонятного. Классическую музыку и могу расплакаться просто из-за того, что я слышу сочетание звуков. Вот, и еще как бы размышления об этом еще больше как бы убедили меня, что должно быть музыкальное сопровождение здесь, потому что я как раз работаю с абстракцией, и часто зритель просит объяснить, ну, что это. Да? А это же такое же сочетание вот цветов, когда ты пытаешься найти вот этот звук, музыкальный звук, который влияет на зрителя, или не влияет, или раздражает. Вот, в общем, с людьми происходят разные вещи. Невозможно написать картину, и каждый увидит в нем то, что ты в нее вложил. Это я уже убедилась. Но, тем не менее, вот абстракция, не обязательно сюжет, как и в музыке, да, это вот влияние цвета, композиции. Это человек, когда начинающий, сейчас он уже там не на поле, он какие-то символы, которые мы выбрали. То есть в целом такая философская, не то чтобы